Совместно с сотрудниками ГИБДД мы продолжаем цикл программ на радио Монте-Карло в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы слушаете программу «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире в студии Ирина Чекунова. Сегодня у меня в гостях заместитель начальника отдела ГИБДД по городу Твери Антон Алексеевич Парахин. Антон Алексеевич, здравствуйте! Здравствуйте! Как вы охарактеризуете обстановку на дорогах столицы Верхневолжья летом 2022 года? Ну, в целом, по итогам 6 месяцев 2022 года у нас на территории областного центра было зарегистрировано 21 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. Это именно с участием детей и подростков? Да, именно с участием детей и подростков, да. В результате которых 21 ребенок получил ранение, и один ребенок у нас погиб, к сожалению. По сравнению с прошлым годом, с тем же периодом прошлого года, это больше, меньше или держится на том же уровне? По сравнению с прошлым периодом, у нас, ну, это прошлого года, соответственно, у нас количество ДТП сократилось. Именно с участием детей и подростков. Да, мы сегодня именно на этом виде ДТП делаем акцент, потому что впереди учебный год, и дети, вторая половина августа, приезжают в город. Да, в основном, какие это виды дорожно-транспортного происшествия? Ну, в основном у нас дети, как правило, передвигаются в качестве пассажиров со своими родителями в автомобилях. Вот. Также переходят проезжую часть, зачастую в неустановленном месте, и передвигаются на велосипедах, а также на самокатах. В общем, ничего нового, да? Если говорить о детях, которые находятся в автомобиле, приучились уже родители использовать детское удерживающее устройство? Или во время профилактических рейдов еще приходится вам останавливать машины и объяснять, к чему это может привести? Да, скажем так, тенденция к тому, что все-таки родители, так сказать, относятся добросовестно к этому вопросу, то есть пристегивают своих детей, соответственно, используют детские удерживающие устройства, ну, она, как бы говоря, намного лучше, чем, допустим, по сравнению там с прошлым годом. Но это плюс вашей профилактической работе, потому что постоянно уже в течение многих лет одно и то же. Это как про ремни безопасности, да? Да, профилактика у нас в этом отношении она ведется не только в рамках каких-то определенных рейдов дополнительных, да, но в том числе и в процессе контроля за дорожным движением со стороны экипажей отдельной роты дорожно-патрульной службы, то есть в повседневной деятельности, скажем так, то есть постоянно-постоянной основе. Ну вот представим себе, что мы сейчас останавливаем автомобиль, где находится ребенок в машине, где нет детского удерживающего устройства. Какие главные аргументы? Что мы говорим родителям? Ну, основные главные аргументы – это в первую очередь то, что дети, скажем так, они самые, скажем так, беззащитные участники дорожного движения. Вот, соответственно, со стороны, в первую очередь, родителей, взрослых, вот, должен акцент ставиться именно на это. Потому что доводить, в том числе, до детей, что это необходимо, что это обязательное требование, соответственно, что это безопасность, в первую очередь. То есть, как бы говоря, родители тоже со своей стороны на это должны ставить акцент постоянно. Не только, допустим, но сотрудники госавтоинспекции, там в рамках каких-то профилактических бесед, да, посещения образовательных учреждений. Вот. Но в первую очередь это родители. То есть они должны в первую очередь детям донести, что вот есть необходимость соблюдения правил дорожного движения. Необходимость такая, что некоторые говорят, зачем мне удерживающее устройство какое-то, когда вот я сижу сзади, держу ребенка на руках. Он у меня в безопасности, потому что мои руки его смыкают. Насколько это опасно на самом деле? Ну, это опасно, потому что это в первую очередь обусловлено тем, что даже там, условно говоря, при скорости 50 км в час, при резком торможении, при ударе, ну, вес ребенка возрастает 30 раз. То есть его уже не удержать, да? Да, его уже невозможно удержать, соответственно, он может просто выскользнуть, да, из рук родителя, и, соответственно, уже дальше идет удар о переднее сиденье, либо ребенок вообще вылетает из салона автомобиля. Тем более это должны учесть родители.
водители, которые, может быть, в сентябре, бархатный сезон, поедут на юг на машине, да, это дальняя дорога. А удерживающее устройство у нас теперь можно, оно в широком доступе, да, и жизнь ребенка несоизмерима со стоимостью этого устройства. Да, 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 да. Сейчас все, в общем-то, доступно, скажем так, и по ценовой политике, то есть... Проблем никаких нет в этом приобрести. Дети-пешеходы. Что здесь? Какая проблема? Это наушники, это капюшоны, это выбегание на дорогу в неположенном месте. Или здесь и вина водителей, которые не обращают внимания на дорожные знаки? Ну, что касаемо детей-пешеходов, да, это в первую очередь акцент можно сделать именно на то, что большинство у нас подростков, так сказать, ходят именно в наушниках. То есть и переходит проезжую часть, скажем так, не обращая внимания, как у нас принято, да, посмотреть налево, затем направо. Просто кажется, уже с детского сада учим этому детей. Убедиться, да, убедиться, что предоставляют преимущество движения, что уступают дорогу. Увидеть, так сказать, глазами глаза водителя, соответственно, после этого только начать переход проезжей части. А, как правило, вот эти вот все гаджеты, то есть наушники, да, они надетые капюшоны еще сверху у многих там, да, там. Вот. Особенно это в осенне-зимний да, сезон, когда уже темно. Характеризуется, да. Угу. Вот, соответственно, это тоже все является, так сказать, сопутствующим фактором именно вот этих вот дорожно-транспортных происшествий, связанных именно с наездами, да, в том числе и на пешеходных переходах, и вне пешеходных переходов. То есть, как бы, вот это вот основной, так сказать, сопутствующий фактор, который вот может повлечь именно тяжелые последствия. Зона пешеходного перехода у нас уже как бы оборудована в городе, в областной столице, да, предупреждающие знаки, все стараются уже и светом предупредить водителя, да, кто, может быть, не видит, особое внимание придать этому. Что здесь, какое действие водителя необходимо сейчас, вот тем более темнеть будет рано? Ну, основное действие водителя, это, соответственно, соблюдение скоростного режима, да, то есть более, так сказать, внимательное отношение именно при приближении к самому пешеходному переходу. То есть здесь уже однозначно необходимо снизить скорость, да, потому что в любой момент может в пешеходном переходе появиться пешеход, в том числе несовершеннолетний. Да? Вот, и, соответственно, надо предельное внимание, то есть это скорость, потому что он иногда водителям не позволяет, так сказать, быстро среагировать на дорожную обстановку, да, на выход того же самого пешехода. Ну и, соответственно, а вот что касаемо со стороны именно пешеходов, это внимательность в первую очередь, что независимо от того, находитесь вы там на пешеходном переходе, да, в любом случае надо, соответственно, проявить внимательность, также посмотреть и убедиться, что нету приближающих транспортных средств. Да, посмотреть потому налево, что, ну, переходим, да, потом переходим направо. Да, потому что у нас большинство, так сказать, пешеходов, в том числе и несовершеннолетних, в первую очередь сложилось такое понимание, что если я перехожу, ну, по нерегулируемому пешеходному переходу, значит, соответственно, мне в любом случае все должны резко остановиться. У меня всегда зеленая дорога, мне ничего не будет. И все должны пропустить. Но здесь в первую очередь еще необходимо делать акцент на то, что у нас часть пешеходных переходов идет через многополосное дорожное движение. То есть это один водитель может увидеть, остановиться, кто двигается, условно говоря, по правой полосе, да, а тот, который двигается по левой полосе, может просто этого не заметить. Ну, как часто и происходят наезды, да? Да, поэтому, да, часто именно такие наезды и происходят на многополосных дорогах, соответственно, на это надо обращать внимание. И как оборудованы сейчас пешеходные переходы, возможно, лежачие полицейские перед школами непосредственно? Около каждого образовательного учреждения такая зона безопасности? Ну, у нас предварительное обследование мы уже провели, то есть заблаговременно до начала учебного сезона. Вот, те недостатки, которые были, они как бы незначительные. Вот, в большей степени это касается именно дорожной разметки, то есть обозначения искусственных дорожных неровностей, которые установлены перед образовательными учреждениями. Но на это, соответственно, акцент взаимодействия с администрацией у нас поставлен, то есть работа ведется, все... начало учебного сезона все будет оборудовано. То есть, в том числе там, где не хватает тех или иных знаков. Что, допустим, касается, да, что касается вас и администрации города, сделано, теперь внимание, все зависит от самих людей, да, от самих детей, подростков и их родителей. Антон Алексеевич, говорим сегодня в преддверии нового учебного
учебного года о безопасности на дорогах именно, скажем так, в стане детей и подростков, обсудили, как вести себя пешеходом, как родителям правильно перевозить детей в своем автомобиле. Но у нас очень актуальна другая проблема, которая уже несколько месяцев, но с приходом тепла. Это электросамокаты. Потому что и случаев того, что самокатчики сбивают пешеходов, они тоже есть. И то, что ездят и по проезжей части, и по тротуару. Объясните, пожалуйста, как должны передвигаться эти самокаты, пока у нас на государственном уровне не приняты никакие законы? Да, в настоящее время обеспокоенность госавтоинспекции, в частности, вызывают подростки, управляющие электросамокатами. Долгое время у нас электросамокаты приравнивались к обычным самокатам, да, и о допустимых законодательством мощностях информации никакой не было. Но вот сейчас, на данный момент, на рынке появляются в том числе модели мощностью более 250 ватт и развивающие скорость, соответственно, уже свыше 50 км Ничего в час. Ничего себе, это как автомобиль. Вот, соответственно, это может послужить в первую очередь, ну, причиной аварии со смертельным исходом. Потому что такие случаи у нас были, в том числе по другим регионам. В связи с чем рекомендуется двигаться на электросамокатах с минимальной скоростью, а в местах вот массового скопления людей выбирать скорость, ну, приближенную, скажем так, пешеходной. Это где-то около 5 км в час. У нас все-таки, Антон Алексеевич, самокат – это что? Это кто? Это пешеход или это транспорт? К чему он относится? Ну, в настоящее время законодатель не определил термин именно электросамоката. В данной ситуации у нас необходимо исходить из критерия именно по мощности двигателя, электродвигателя, установленного на таких устройствах. То есть, соответственно, та мощность, которая будет превышать 250 ватт, будет относить данный вид устройства уже к транспортному средству. То есть здесь необходимо, соответственно, наличие водительского удостоверения категории либо М, либо А1. Ага, водительское удостоверение, как на машине. Да, также наличие мотошлема и обязательное наличие именно на этом устройстве внешних световых приборов. Ага, то есть если человек покупает, он уже обращает внимание на мощность, и отсюда следует, продавцы должны как бы тоже рекомендовать, они, наверное, знают, да, что да, они да, продают. Да, 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 то есть здесь должны быть и в том числе разъяснения от самих продавцов вот этих вот устройств, объяснять, так сказать, людям, желающим, так сказать, приобрести такие электросамокаты о том, что здесь, допустим, мощность такая-то, да, а здесь уже мощность уже выше, там, условно говоря, 250 ватт. Соответственно, вам необходимо это. То есть водительское удостоверение в обязательном порядке, да, мотошлем обязательно и, соответственно, обязательно наличие, чтобы необходимость наличия внешних световых приборов. Чтобы получается, что он едет по дороге уже. Да, он участник, полноценный участник дорожного уже, движения. Да, на таком электросамокате, где мощность превышает 250 ватт, соответственно, он уже может передвигаться по проезжей части. По тротуару с такой скоростью он уже всех пошибает, да, когда будет ехать. Да, именно так. Ага, если мы берем, вот мы видим самокаты, которые у нас установлены в городе, что называется, плати и едь. Где такие передвигаются? Ну вот у нас взаимодействие с нашей стороны, со стороны госавтоинспекции, в том числе и со стороны администрации города, у нас налажено это взаимодействие непосредственно с арендаторами, кто предоставляет в аренду вот указанные устройства, да, электросамокаты. Рабочие встречи у нас были, вот на которых мы как раз определяли вопросы именно по мощностям в первую очередь. Вот, соответственно, все эти электроустройства, электросамокаты, вот, которые у нас сейчас по городу, да, непосредственно расположены в различных местах, да, в различных точках, они, соответственно, по своей мощности не превышают 250 ватт. То есть они у нас уже передвигаются по тротуарам. Да, они у нас уже, соответственно, должны передвигаться по тротуарам, ну и в том числе обращать внимание на пешеходов, которые по этим же тротуарам двигаются. Это очень важно, да, обращать внимание на пешеходов, потому что человек на самокате не одинок. Очень важный фактор, потому что есть такие случаи, ситуации, когда действительно электросамокат сбивает, допустим, того же самого пешехода, в том числе на тротуаре в первую очередь. Если самокатчик переходит дорогу по пешеходному переходу, он, как и велосипедист, должен сойти с самоката. С
спешиться и рядышком переходить дорогу, да? Да. Ни в коем случае не переезжать ее, потому что были случаи, когда сбивали пешехода, потому что ехал самокат по пешеходной земле. В любом случае, да, скорость движения электросамоката и скорость движения пешехода, они различные. Соответственно, водителю сложно будет в этой ситуации, так сказать, ну, принять все меры, дабы, так сказать, не допустить наезд на указанного, так сказать, пешехода, который вот управляет этим электросамокатом. Если мы говорим о тех же самокатах, то мы практически знак равенства ставим, что управляют ими подростки, как правило. Хотя люди разных возрастов. Я видела часто, что в городе перемещаются подростки. Это забава такая. Они едут по тротуару, устраивают догонялки. Кто первый, кто второй, кто там придет, не обращают внимания ни на кого. И тем более на одном самокате часто можно видеть двух человек. Насколько это правильно? Электросамокаты у нас, как правило, те, вот, которые, допустим, арендуются, да, которые вот размещаются у нас на тротуарах там, в различных точках города, да, они, соответственно, предусматривают только передвижение одного человека в данной ситуации. Но здесь подскакивают, здесь, что называется, молодо-зелено, могут и трое заскочить на одной ноге. Да, могут и трое, и двое. Все это мы видим, соответственно, пресекаем, привлекаем к административной ответственности в данной ситуации. Вот. И, как бы говоря, ну, акцент делаем на это. Но в том числе не только на движение там на самокате вдвоем, втроем, но в том числе в первую очередь это движение на электросамокатах по проезжей части. Привлекаются к ответственности, вы сказали. Как-нибудь отвечают материально за это? Ну, материально на электросамокате, если у нас такие лица будут передвигаться именно по проезжей части, да, на них будет накладываться штраф в размере 500 рублей. Ну, для подростка, для иного 500 рублей – это тоже очень большие деньги. Ну, можно сказать и так. То есть, да, это определенного вида тоже своя какая-то профилактика, которая может, да, вразумить, так сказать, того или иного молодого человека там, или девушку, и, соответственно, может быть, заставить, да, подумать о том, что все-таки надо двигаться по тротуару, а не на проезжей части. То есть эта тема больная у вас на постоянном контроле? Да, эта тема у нас на постоянном контроле, да, и в том числе хотелось бы, конечно, к родителям в первую очередь обратиться, да, там, к бабушкам и дедушкам, что необходимо, так сказать, делать акцент на то, что при покупке вот таких вот всех электроустройств, да, в том числе обращать внимание именно на мощность, то есть на мощность двигателя. Вот, о чем мы говорили вот, да, несколько минут назад. Да, и в том числе обращать внимание на то, что не все, скажем так, понимают, что даже вот передвижение там на скутерах и на мопедах должно идти в четком, так сказать, ракурсе соблюдения правил дорожного движения в первую очередь. Тем более, что вот у нас были случаи того же скутера взять, да, помните, это Сахаровское шоссе, когда погибли шоссе, подростки, и в других районах области, к сожалению, были трагические случаи. Да, да, да. А, Антон Алексеевич, в преддверии нового учебного года еще какие риски вот существуют, что больше заботит сотрудников ГИБДД, чего опасаетесь? Мы из года в год говорим про ту же самую светоотражатели на одежде, на ранцах, на рюкзаках, чтобы видно было человека, который идет по вечернему городу. Темнеть начинает. Ну, в данном случае хотелось бы, да, в первую очередь тоже акцент поставить на то, что многие, так сказать, дети, да, в преддверии начала учебного сезона, ну и в процессе учебного сезона, в первую очередь передвигаются на велосипедах, да. Соответственно, на велосипедах, то есть родители покупают своим детям велосипеды, и они, так сказать, еще не имея, так сказать, определенных навыков, да, в том числе в отсутствии, в первую очередь, основного потенциала знаний правил дорожного движения, садятся на велосипед и передвигаются, в том числе и по проезжей части. Хотя в силу определенного возрастного ценза они этого делать не могут. Вот. Угу. Вот, и в данном случае, так сказать, здесь, в первую очередь, к родителям, наверное, хочется обратиться, чтобы вот они тоже ставили определенные приоритеты и делали акцент, ну, на то, что все-таки велосипед, у нас понятие велосипеда в правилах дорожного движения определено, вот, что это в том числе транспортное средство, да, и управлять, для того, чтобы им управлять, надо все-таки все равно какой-то потенциал знаний иметь.
Вот те же правила дорожного движения. Да, да, да. Отдельные какие-то правила для велосипедистов, они существуют? Где с ними можно ознакомиться? Да, отдельно правила для велосипедистов существуют. То есть, как бы, есть 24-й раздел правил дорожного движения, где конкретно расписано, что велосипедисту, условно говоря, запрещено, что нельзя, что можно. Соответственно, определены возрастные цензы, в первую очередь. То есть, где необходимо, где есть возможность передвигаться, где нельзя передвигаться, в зависимости от возраста, да, условно говоря, управляющего велосипедом. Все это определено, все это есть. То есть с этим можно, так сказать, ознакомиться, почитать, еще раз разъяснить своему ребенку в первую очередь. Потому что не только сотрудники госавтоинспекции и педагогический состав школы, да, образовательного учреждения должны эти навыки проявлять, но и в первую очередь сами родители. Потому что они в первую очередь должны ребенку объяснить, что, условно говоря, можно, что нельзя, да, что должно быть в соответствии с ПДД, что можно делать, что нельзя делать. Вот. Ну и они, естественно, эти транспортные системы покупают. Ну да, то есть да. Все идет в первую очередь от родителей ребенка. А, кстати, насколько комфортен наш город для велосипедистов вот этим летом, этот сезон? Есть ли велодорожки, достаточно ли их? Или еще в этом плане нужно работать? Ну, я думаю, что в этом плане еще нужно работать, так как сказать, не все так идеально, да, как бы нам хотелось, да, как бы и места все-таки, ну, у нас есть те места, где определено, да, разграничение, где идет, скажем так, для пешеходов, для велосипедистов. Но, тем не менее, да, с этим можно, так сказать, поработать еще. Но вы здесь в контакте с администрацией города, они планируют, да, где, что и как? Да, постоянно, в том числе на комиссиях по безопасности дорожного движения, которые у нас проходят, вот, в том числе ежеквартально, мы все эти вопросы обсуждаем, да, скажем так, вот, и делаем акцент, то есть на те или иные, так сказать, возможности внедрения средств инженерно-технического характера, да, вот, чтобы как бы нам в первую очередь вот это вот обеспечить безопасность дорожного движения, да, и на максимальном уровне сократить вот эту аварийность. Мы сегодня уже неоднократно упоминали родителей. Как часто бываете, возможно, в школах, в детских садах с родителями беседуете? Не только на дороге, останавливая автомобиль, да, или не только когда родители в качестве пешехода переходят дорогу. Я имею в виду профилактическую работу, где лишний раз им сказать: вот не покупайте это, покупайте это, следите за тем. Ну, у нас профилактическая работа именно с родителями идется постоянно. Ну, может быть, допустим, если анализировать там прошлый год, да, у нас, условно говоря, был ряд ограничений, да, ковидных, вот, которые нам, ну, в полной мере бы не позволил бы присутствовать на тех же самых собраниях, да, скажем так, массово собрать, в том числе и родителей, да, с кем можно было побеседовать. Вот. Но, тем не менее, стараемся эту работу проводить сейчас, вот, в 22-м году, до условно окончания учебного года, да, то есть до лет эта работа велась на постоянной основе. То есть берем мы не только классы начальные, да, но берем в том числе и уже взрослых детей, да, так сказать, 9-й, там, 10-й, 11-й класс. Которым скоро молодыми водителями становятся. Ну да, где в основном в большей степени, допустим, по детям там 9-х, 10-х, 11-х классов, да, здесь в большей степени акцент делается именно на мопеды, вот на мототранспорт, да, это потому что они в основном начало, когда сезон учебный заканчивается, начинается вот этот летний сезон, да, летние месяца, они все уезжают в деревни, соответственно, и в другие районы нашего города, вот, и там начинают передвигаться вот на мопедах, на мотоциклах, именно на таких транспортных средствах, соответственно, попадать в дорожно-транспортные происшествия в том числе. В лагеря оздоровительные вещи? Да, конечно, то есть вот как у нас, условно говоря, начинается летний период, у нас мы переходим так из образовательных... Так у вас дополнительная нагрузка, да? Да, мы переходим из образовательных учреждений, соответственно, смещаем свой акцент именно на пионерские лагеря. Вот, то есть туда уезжаем, вот, и, соответственно, также проводим работу с детишками уже в лагере, в пионерском. Также разъясняем необходимость соблюдения правил дорожного движения. Вот, все это проходит на фоне, ну, каких-то игр определенных. То есть эта работа тоже ведется. Ну, вообще, вот, Антон Алексеевич, на ваш взгляд, вот эта профилактическая работа, она как бы
доходит, понятно подросткам, их родителям. Мы приводили пример аварийности в самом начале программы, что в этом году меньше, потому что в этом тоже профилактическая работа. Что культурнее на дороге стали люди. Мы сколько лет говорили, что об уважении на дороге взаимном, да, что и тот же пешеход, и тот же водитель, остановись, пропусти пешехода на пешеходном переходе. По-вашему, как и куда, в каком направлении дальше двигаться? Ну, по моему мнению, так сказать, также продолжать все те же самые мероприятия, которые мы проводим. То есть здесь акцент именно на профилактику должен делаться, именно на все равно в большей степени общение, на постоянное общение, на контактной основе, да, и с родителями, и с педагогическим составом образовательных учреждений, с детьми в первую очередь. Вот, может быть, это делать не просто в виде, допустим, лекций там каких-то постоянных, да, а как-то какие-то определенные мероприятия проводить, чтобы детям, ну, донести до детей в первую очередь, да, о необходимости соблюдения правил дорожного движения путем каких-то вот, ну, каких-то игр, там, может быть, конкурсов там всевозможных, да, чтобы, ну, мне кажется, тогда детей быстрее доходит. Ну да, вот такой, это, да, да, эта информация, игры. Что это не просто монотонная, так сказать, какая-то беседа, да, там, условно говоря, а именно вот в фоне вот этих вот конкурсов, игр, там, каких-то таких вот мероприятий. Так... Зная вашу просто нагрузку, еще и так можно сказать, без выходных и праздников. А здесь еще это, но работа необходима. Но здесь, ну, вам помощники есть. Вот буквально недавно здесь в студии у меня были участники проекта «Хищные дороги», которые вот как раз вот этими самыми игровыми моментами и учат детей правилам дорожного движения. Да, да, в том числе и нам вот и класс ГИБДД, да, у нас есть 16-й лицей, в том числе тоже все это, ну, в постоянном вот этом взаимодействии все ведется. То есть, потому что, конечно, мы там с наличием тех сил, которые у нас есть, мы не сможем, так сказать, охватить то, что бы нам хотелось охватить, да, большое там количество учебных заведений у нас в городе, соответственно. Но, тем не менее, то есть все в рамках взаимодействия ведется. Вот. В том числе вот сейчас мы планируем, там, когда у нас учебный сезон уже начнется, в том числе и с инспекторами ПДН будем выезжать, и в том числе и на дворовые территории, в первую очередь, потому что у нас в дворовой территории тоже определенная, так сказать, проблематика есть, потому что там дети, ну, предоставлены во дворе сами себе, вот, также передвигаются и на тех же самых велосипедах, и самокатах, но на дворовых территориях у нас также и транспорт двигается, то есть вот это вот все, так сказать... Да, случается. Надо тоже и охватить, наезда, и тоже, да, да, там, и тоже, да, вот случаются и во дворовых территориях у нас наезды, да, вот там вот с этим моментом надо поработать, в том числе и вот взаимодействие с инспекторами ПДН. Антон Алексеевич, в конце программы хотелось бы услышать ваш совет всем участникам дорожного движения в период, в преддверии осени, скажем так, это и ко взрослым, и к детям, и к пешеходам, и к водителям обращение ваше, ваш совет. Ну, обращаясь к родителям, хочется в первую очередь напомнить, что именно родители ответственны за то, что насколько длинной, скажем так, и счастливой будет жизнь вашего ребенка, в первую очередь. Не жалеть вот этих 5 минут в день на объяснение ему жизненно важных аспектов и жизненно важных правил. Вот. Ну и в предупреждении детской дорожной аварийности большую роль, конечно, играет, ну, в первую очередь образовательная организация, детские сады и школы. И, скажем так, культура поведения на дороге, соблюдение правил дорожного движения, в первую очередь, конечно, в семье должна прививаться. Вот хотелось бы, да, акцент на это сделать со стороны родителей, чтобы почаще детям объясняли, как себя правильно вести, как соблюдать правила дорожного движения, ну, в целом, как себя вообще обезопасить. Угу. Подавать пример. Если, да, переходим дорогу, да, переходите на зеленый, да? А не объясняйте ребенку, что нужно переходить на зеленый, а сами идете на красный. Да, потому что зачастую, когда дети, ну, учатся в школе, у них в голове в основном это уроки, знания, получение знаний в первую очередь. А вот это вот, вот этого общения с родителями зачастую как раз именно не хватает. Потому что иногда даже именно родители, ну, становятся причиной того, что ребенок сел там за управление тем же самым там самокатом, мопедом. И, соответственно, привело там к каким-то
тяжким именно последствиям. Спасибо большое. Думаю, что ваши советы, к вашим советам прислушаются жители нашего региона. Напоминаю, что вы слушали программу «Тема дня». Мы работали в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В эфире была Ирина Чекунова, а в гостях у меня заместитель начальника отдела ГИБДД по городу Твери Антон Парахин. Спасибо, будьте здоровы. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.